thank you Брэмма, гурур Вишну Гурур Дева Махишвара, Гурур Сакшат, Пара Брахма, Тасмай Шри, Гураве Намаха. Трипура Рахаси, глава седьмая. Шлока 16. Ведомый надлежащей рассудительностью, сопровождаемый усердием и прилагающий личные усилия, Человек должен вступить на свой собственный верный путь к освобождению. Так, рассудительность, приложение усилий. Если вы достаточно проницательны, рассудительны, то есть обладаете ясностью, вы приходите к тому, что вам нужна садхана, нужна духовная жизнь, нужно прилагать усилия в духовной жизни. Если такой рассудительности вам мало, то трудно практиковать даже семь кругов, даже 2 часа в день, потому что очень много посторонних занятий. Трудно что-либо делать, связанное с духовной жизнью. Каков вообще идеальный, допустим, практикующий саньяси? Или мы возьмем карма саньяси? Как он проходит духовный путь? Он ищет, посещает разные традиции, разных учителей, разные источники, пробует стучиться в разные двери. Затем понимает, что период пчелы закончился. Это называется период пчелы, когда подобно тому, как пчела летает и собирает нектар везде, со всех цветов. Он формирует свою картину мира, духовную картину мира, духовное мировоззрение, создает представление о различных школах. В это время нормально посетить церковь, посетить буддийский дацан, послушать индийского гуру, послушать мастера Неадвайты, послушать последователя Кастанеды, послушать какого-нибудь последователя ченнелинга, попробовать рейки, биоэнергетику, астральные оккультные силы, выходы, магические шаманские практики, НЛП, психотерапию, ребёфинг, телесно-ориентированную терапию, практики Вильгельга, Вильгельма Райха, там, даосские садханы. То есть это такая плодотворная духовная мешанина, такой мистический бульон, в котором рождаются истинные садху. В культуре, где сильны духовные традиции, там по-другому. Там человек рождается с детства в семье Брахмана, ему дают дикшу, и он сразу попадает в определенную традицию. У него есть семейный гуру, и с рождения его уже ведут, так сказать. Если он родился в семье тантрического буддиста, ламы женатого, то 99%, что он никогда не станет христианином, мусульманином, даосом. Он пойдет по своей традиции, потому что традиция сильная, и она ему все даст. Но мы живем в стране, в странах, где таких традиций нет, где с детства не ведут. То есть, кто из вас получил дикшу в пятилетнем возрасте от гуру? Никто. Кто имеет иштадевату с детства и поклоняет? Никто. Не повезло. Но, с другой стороны, повезло по-другому. То есть вы имели возможность сформировать собственную картину мира, сделать осознанный выбор. И поэтому из этого мистического бульона рождается духовный искатель. И когда он рождается, он устанавливает связь с конкретной линией передачи, с конкретным коренным гуру, с конкретной философией, мировоззрениями, системой практики. И это очень важно. Потому что если такую связь не установить, то пути дальше не будет все равно. Но он будет как бы подобие. Например, человек поехал на море, поделал асаны, вроде бы практиковал. Но по факту ничего. Поехал туда-то, потусовался с кем-то, понюхал что-то, поел пьет, вроде бы тоже практиковал, в местах сил и духов смотрел. Но куда это ведет? Зачем это ему надо? Это можно миллион лет так практиковать, это бесполезно. Там пообщался с кем-то. То есть это подобие духовной практики, так сказать, предварительные практики перед предварительными практиками. Это тоже такой путь пчелы. Но все меняется, когда человек сталкивается с глубокой сильной традицией, с хорошим мастером. И хороший мастер означает, что мастер не сам по себе, потому что не бывает хороших мастеров сами по себе, ну, кроме аватаров, может быть. Какой бы сам по себе ни был великий человек, супер человек, даже ситх, если за ним не стоит тысячелетняя, многотысячелетняя традиция, корпус философских текстов, целое мировоззрение, целая культура, то вряд ли он может помочь многим людям. Он может помочь ну, ближнему окружению, трем-пяти человекам. Поэтому встретить хорошего мастера это не означает только встретить мастера. С мастера только начинается. Это означает встретить целую вселенную, которая стоит за этим мастером. Что это за вселенная? Линия передачи. Гуру Шиша Парампара. Множество святых, богов, система практики, философия, культура. Через мастера можно постепенно-постепенно войти во все это. А мастер является контактным звеном со всем этим видением, поскольку он уже очень давнев, давно в нем пребывает. И вот все меняется, когда человек встречается с хорошим мастером с сильной духовной традицией, духовной школой. И здесь его такие хаотические поиски заканчиваются, и для него главное понять эту традицию, максимально глубоко погрузиться в нее и получить правильные духовные опыты, подтвердить те духовные опыты, которые до него уже прошли другие святые. Например, опыт самадхи, опыт естественного состояния, опыт непрерывного сознания в разных состояниях, опыт самоотдачи эго. Опыт чистого видения божественного величия единого вкуса. То есть ни в коем случае, когда вы вошли в традицию, не следует ничего изобретать. Вот изобретать надо было раньше. Понимаете? В стадии мистического бульона, в стадии псевдопрактик, предварительных, предварительных практик. Там очень хорошо изобретать от вас как раз принцип вот этот «твори, выдумывай, пробуй», он годится. Но когда вы вошли в определенную духовную мандалу, напротив, на начальной стадии изобретение будет все ухудшать. Вы не сможете практиковать, изобретая, потому что изобретение — это ваше, а вам нужно научиться чему-то. Ну, научиться подходам, философии, мировоззрению, методам. Вам нужно научиться той, тому богатству, получить то богатство, которое уже до вас было создано. Это похоже вот на что. Вы входите в какую-то семью богатую, и вам полагается частица этого богатства. Вам не надо его придумывать, как разбогатеть. Вам надо просто в этой семье действовать правильно, найти свое место и поддерживать семейный, семейную традицию. Вот, вот на что это похоже. Поэтому, когда мы вступаем в духовную школу, очень важно понять точку зрения философии духовной традиции философию сампрадая, поэтому, когда мы входим в сампрадаю, то есть такая поговорка: у тебя здесь не может быть своего мнения на философию. Мы не имеем в виду в быту. В быту, конечно, вы можете сколько угодно иметь свое мнение, но в традиции философии важно понять точку зрения сампрадая. Твоя точка зрения пока не важна. Вот когда в этой в этой сампрадае ты продвинешься, станешь святым признанным, так сказать, пройдешь всю глубину Самбрада и постигнешь, тогда твоя точка зрения тоже пригодится. Почему? Потому что ты можешь внести вклад в линию, ты можешь стать частью линии передачи, ты можешь написать трактат, углубив, как многие святые делали, ты можешь создать какой-то какой стиль практики, он будет в той же традиции, но будет отражать какую-то грань твоего творческого понимания. Ты можешь обогатить духовную традицию силой своей реализации. Именно так развивается духовная традиция. Сначала мы ей полностью следуем, учимся, потом мы получаем плоды духовной реализации, потом мы становимся частью этой традиции, то есть нас записывают в линию передачи золотыми буквами. Нас помещают на алтарь появляются ученики, которые говорят, это мастер, за ним можно следовать. И этот мастер переносит традицию в будущее. Таким образом, продолжается линия передачи в будущее. Итак, когда мы вошли в духовную традицию, очень важно ее понять, ее досконально изучить. Для чего? Чтобы получить все те блага, которые она предоставляет. Потому что те блага, которые она предоставляет, при условии правильного использования учения, несоизмеримы, их невозможно как-то даже определить, настолько они велики. Если говорить ну, таким приземленным, приземленными категориями, такой карма саньяси будущий, он принимает символ веры, затем начинает базовые практики, оттачивает свое мастерство в базовых практиках, изучает философию, слушает сатсанги. Затем он, получает карма саньяс дикшу. Карма саньяс означает, что вы серьезно установили связь с духовным учителем, и вы решили следовать определенным принципам. То есть это предполагает уже какие-то обязательства. До карма саньяс ну, просто есть символ веры, можно не следовать обязательствам. Но принять карма саньяс дикшу, это значит получить гуру-мантру, получить духовное имя — принять духовные обязательства, определенный стиль жизни, духовную культуру. Это уже кое к чему обязывает. Но как бы это внутреннее обязательство, вас никто не будет контролировать, если вы получили. Это ваше, так сказать, дело. Но все-таки лучше их следовать. Это вам нужно, вы сами принимаете ответственность. Но все-таки, когда вы принимаете ответственность, это важно, следовать тем принципам, которые взяли. И что это за принципы? Восемь принципов кармы саньясы. И нужно быть готовым усердно, упорно следовать этим принципам. И ваша жизнь изменится, ваша судьба изменится, и вы многое откроете, если будете им хорошо следовать. Что это за принципы? Первое – пять махавратам. Ненасилие, отказ от воровства – Брамачария для карма саньяси означает, что вы можете вести половую жизнь, но эта половая жизнь должна контролироваться. То есть не ради наслаждения, не получать, не допускать потери энергии при оргазме или только для зачатия детей. То есть она должна быть регулируема, есть правила, есть целая культура регулирования половой жизни. Если она не регулируется, но это не жизнь карма саньяса, это как бы так, не брамачария. Потому что брамачария это действие в Брамане. И надо знать и понимать это для тех, кто живет в миру. Кроме этого, отказ от алкоголя, наркотиков, сигарет, азартных игр, вегетарианства. Все это пять махавратов. На самом деле это несложно. То есть для обычного садху это все-таки простые вещи. Это как... Это кажется для кого-то обетом серьезным для того, кто не в этой культуре живет. Кто же живет в этой культуре, это совершенно простые вещи. Кроме этого, остальные принципы, в чем они заключаются? Ежедневная садхана. Та садхана, которая предписана, которую вы получили передачу. Например, практика мантры. Как минимум, если вы получили гуру-мантру, ее, как минимум, надо читать. Из мантр я ученикам рекомендую гуру-мантру, мантру-парамгуру, семенную мантру, мантру, мантру ДТ-3, мантру-омна-макшивая, брахма-мантру, мантру-ом. И еще одна мантра должна быть получена позже. То есть шесть мантр плюс еще одна, седьмая. И вы можете читать от одного круга до семи, до шестнадцати кругов и более. Но минимальное, что следует читать, восемь раз ту мантру, которую получили передачу. Для того, чтобы сохранять самаю, чтобы сохранять связь с этой мантрой, чтобы шахти этой мантры не рассеялась. То есть всю жизнь читать эту мантру вплоть до полного пробуждения, гуру-мантру. А если вы получали передачи в другие мантры, то всю жизнь читать по 8 раз, минимум, не 8 кругов, восемь раз. Все эти мантры. Чтобы связь с ними поддерживалась, и они не ушли, не растворились. Их шакти, мантра шакти сохранялась в вашем теле и уме. И следующий принцип – упасана. Упасана означает ежедневное поклонение. И для многих представляет сложность упасана, если они живут дома, в однокомнатной квартире. И они говорят, как алтарь сделать даже? Я не представляю. Мы здесь и живем, и ребенок, и муж. Как еще тут пуджи делать? И они думают, что надо делать так же, как такой алтарь, как ваш, и петь так же. Я говорю, не надо сразу что-то делать большое. Не нужна сложная практика. Вы можете сделать маленький алтарь за занавеской и просто делать подношение благовонных палочек и шепотом хотя бы читать мантру, начать с чего-то простого. Но говорят, я не понимаю санскритский текст, я не понимаю перевод, я не умею петь, соседи. Очень много ограничений. Да, я согласен, много ограничений. Но вы должны подумать, то благо, которое несет у что все эти проблемы преодолимы. Потому что люди для того, чтобы достичь материальных вещей, они делают гораздо большее. Если сказать, вы заработаете миллион долларов. ничего, что у вас там квартира это не позволяет. Вы скажете, да ладно, ничего. Так, и соседи там, и я текст не понимаю, все сделать. Так вот, упасана может принести вам даже физически миллионы, но мы цели такое не ставим. Мы не делаем упасану ради этого. Она принесет вам триллионы духовных заслуг. Поэтому ее надо делать. И надо делать регулярно и каждый день, превозмогая там, лень, отвлечение, нежелание. Если трудно, бывает, человек говорит, просто вот не знаю почему, вот к компьютеру могу подойти. Каждый день, в 10 раз в день подхожу. Сижу за ним по 8 часов, по 10 часов, даже по 12. А вот к алтарю как будто какая-то сила отводит. Не могу просто вот, не понимая почему, вроде бы знаю. Что... Да. Это и есть сила кармы потому что карма управляет нами изнутри. Поэтому я говорю, тогда не надо делать какую-то большую пасу, но просто сядьте перед алтарем, дойдите до алтаря, найдите в себе силы, просто сядьте. И когда вы сядете, глаза откроются, и вы увидите дотатрею. Этого достаточно. Дотатрея даже в Мурте обладает милостью, и вы попадете под его пристальный взгляд, и ваш ум начнет меняться. И вот... Вам просто дойти до Дататреи в любом месте, где он стоит, и сесть, все сказать. Дататрея, все, не могу, вот, спаси. И вы почувствуете, Дататрея начнет спасать. Или Гуру Брахмананда. Гуру Брахмананда говорил так, посмотрите на меня, и я посмотрю на вас пристально. То есть я передам вам силу своего благословения. Поэтому вы можете вначале не делать упаса, но просто сидеть у алтаря и смотреть, рассматривать мурти, божеств, какие они красивые, алтарь размышлять о них. это уже будет очищение. Потом, через месяц, может быть, у вас найдутся силы, вы протянете руку, палочку протнесете. Омна махшивая. Это уже упасано. Вот. Именно так надо преодолевать карму. Но это надо стараться делать регулярно. То есть не вставать в 6 утра сразу к компьютеру. Что там мне ВКонтакте написали? Я вам скажу, ничего нового все то же самое. Что мне пришло в Facebook, что мне пришло на Telegram? Вам надо идти к алтарю, что мне я приготовил, что мне шива в духовном смысле, какое послание несет. То есть у вас, у садху свой компьютер, через него садху связывается с высшими измерениями. Но это нужна привычка вначале. Итак, это принцип упасана. Кроме этого, Уцава, Уцава – это важные дни. Это дни, когда действует благословение божеств с особой силой. Можно сказать, открывается пространственно-временной портал для связи с божеством. Энергия сансары раздвигается, и сила божества открывается в это время. Не так много этих дней, но когда эти дни происходят, в это время надо практиковать. Упасану, мантру, что-то надо практиковать. Датаджаянти, Шиваратри, Гуру Пурнима, Дивали и так далее. день Брахмананды, день явления, особенно для нас. Все это Уцава, практика, праздничные дни. Кроме этого, ретритное правило, следующий принцип. Ретритное правило означает три дня для кармы саньяси в месяц выполнять садхану. Три дня бывает много, Поэтому, если человек работает, можно начать с одного дня. Не всегда есть роскошь много практиковать самостоятельно в ретрите. То же самое. Если нет возможности, просто можно помолчать день, походить в созерцание, почитать текст и почитать мантру. Для начала и так будет засчитано вот, провиденциальными силами. Постепенно увеличивая, увеличивая. И держаться этого распорядка. Постепенно, когда шахте будет много, можно делать вот такие ретриты. Обязательно они должны быть вашими, если это длительное. Если небольшие, это дома можно делать, трехдневные. Следующий принцип сватхиая. Сад... Сватхиая означает изучение текстов. Надо приучить себя изучать, читать тексты вновь и вновь, обдумывая их. Если не тексты, то слушать сатсанги. В общем, быть всегда в потоке дхармы. И не просто их читать, но потом обдумывать. Это называется манана. И обсуждать тоже. С друзьями по дхарме, с кем-то найти, с кем их можно обсуждать. Это тоже важно. Все это процесс в адхьяи. А когда вы достаточно научитесь обсуждать священные тексты, то благоприятно делать подношение Сарасвати написанием различных статей, трактатов, даже книг небольших под харме, как подношение. И если вы делаете такие подношения, много благословений, связанных с ясностью, можно получать от Сарасвати. И это хорошее служение, это ваш вклад в дхарму. Так, это семь принципов кармы саньясы. Что еще не упомянули? Сева. Сева означает служение. Если мы понимаем принцип служения, что это действие в духе самоотречения, без привязанности к плодам и результатам, что это действие, изменяющее нашу судьбу и призывающую божественную милость, мы понимаем принцип Сева. Принцип Сева означает «мы делаем для Бога». И мы осознаем, что мы делаем для Бога. И то, что мы делаем, мы получаем плоды и результаты, мы их сразу отдаем. То есть как только вы присвоили плоды и результаты, все, это уже не сева, не засчитывается. Потому что особенность севы такова, что мы не наслаждаемся никакими плодами, никакими результатами. Мы все отдаем Богу. Но мы наслаждаемся самим процессом думания и созерцания о Боге и подношения Богу. То есть это наше подношение. Это есть карма, йога, сева. Действие в духе самоотречения. Сева делается без привязанности к плодам, результатам, с отказом от действия и от делания, с мыслью: Бог действует через меня, Бог играет в недеянии. То есть, на время севы я добровольно, сознательно, ради своего же счастья сдаю в аренду свое тело, ум и речь. Вот что такое сева. Вот, допустим, я делаю три часа, я сдаю в аренду Богу на три часа свое тело, речь и ум. И сева всегда прямо связана с тем, что просветляет ум, что приносит пользу дхарме. Например, если кто-то думает, делает севу на фирме, я делаю севу своему боссу, или я делаю севу своей семье, это не сева. Это может быть благоприятная деятельность, накапливающая заслуги какие-то хорошие действия. Но сева — это именно служение Богу в его аспекте ануграха шакти, в аспекте просветляющей силы. То есть тем вещам, которые прямо связаны с божественной реальностью и прямо распространяют божественную энергию. Другие вещи севой не могут заниматься. И если соблюдаются эти условия, если есть отказ от плодов и результатов, отказ от делания и делателя. Вот соблюдение этих условий делает севу севой. То есть не каждая работа будет севой. Иногда мы делаем какую-то работу на благо Дхармы, Санги, вроде бы мы служим просветляющей силе, но плоды и результаты желаем. Значит, это сева на 15-20%. Или мы отказываемся от плодов и результатов, но все-таки чувство делателя у нас есть. Значит, тоже это не совсем чистая сева. Или отказываемся от делателя, но деланию придаем значение в общем, не из недеяния делаем, отождествляемся с процессом работы. А сева происходит, когда мы большей частью отождествляемся с подношением Богу и наслаждаемся тем, что мы делаем это подношение. Это и есть махаяги, это и есть принцип севы. Сева это не работа, в общем, это умонастроение. Иной может работать очень много, но не получить плодов и результатов. Другой может сидеть и делать очень большую севу в состоянии самоотдачи, а вокруг него все будет происходить. Вот. Это очень мистический процесс. В конечном счете сева перерастает в творческую активность, подобную божественным существам. В служение. Служение означает, мы становимся проводниками божественной воли, и мы научимся осознанно открываться этой воле. Мы ее ловим в пространстве так же, как ловит радиоантенна сигнал Wi-Fi. Надо научиться ловить из пространства божественную волю, так же, как компьютер ловит сигнал Wi-Fi. Например, если связь плохая, вы 10 раз в день устанавливаете связь. Только вы начали работать, все. Отключилась, ничего не работает. И вам говорят, выясните причину плохого сигнала, обратитесь за техподдержкой. Там, там, роутер не принимает сигнал. Причины. И вы делаете вечеру, анализ. Таким же образом в духовной жизни. Если ваш ум, ваше сознание не ловит божественный сигнал, божественной воли, вы должны выяснить причину этого, вы должны срочно это устранять. А не так, что связи нет, и связи с божественной волей нет. Вы думаете, ну ладно, буду делать. Надо восстановить связь, прежде чем делать, а только затем приступать к действию. Бывает, если компьютер не ловит сигнал Wi-Fi, что делать? Надо перезагрузить. Это значит, надо как-то свой ум вывести в другое состояние и запустить его заново. То есть ум — это как операционная система, которая, бывает, где-то зависает на каких-то мыслях. Если это не помогает, <coughs> что нужно? Нужно подключиться с помощью другого девайса, с помощью модема. Нужно найти того, кто раздаст вам сеть. Подойдите к старшему монаху, он даст вам беспроводную связь с Богом. Поговорите просто с ним, попросите, скажите, у меня закончилась своя связь. Нет, не ловит вообще не ловит. Опытный монах он всегда готов поделиться своей беспроводной связью и раздать вам ее. Но раздать может многим людям, если у вас есть сонастроенность. Если сонастроенности нет, он раздает, а вы не принимаете. То есть вы должны достаточно быть открытыми и искренними, чтобы принять его послание. Да тоже село. Итак, если вы живете по этим семи принципам кармы саньясы, то ваша жизнь уверенно очищает вашу карму. Вы уверенно движетесь к реализации. Постепенно проявляется чистое качество садху. Постепенно приходят знаки реализации. Бог входит в вашу жизнь. Вы устанавливаете непрерывную связь с Богом. И дальше уже идут тайные наставления, тайные передачи мистические опыты, толкования, продвижение все глубже и глубже в мистическую, эзотерическую сторону жизни, о которой большинство вообще вначале не подозревает. Глубокая связь, гуру, ученик, очень глубокие садханы, например, шамхави мудра садханы, темного ретрита, иллюзорное тело, йога сновидений, йога света, кундалини-йога, ретриты разного уровня. И все это возможно. И когда человек получает эти опыты, он понимает, вот оно, так вот же какая-то драгоценность. Как же они не понимают? Вот эта драгоценность прямо здесь, вот ее можно взять, но проходят мимо. Потому что недостаточно еще связи. И, наконец, такой саньяси, когда он получил достаточный опыт, он уже стал зрелым садху. Может быть, он еще не стал просветленным, гуру не дал ему подтверждения на стадии. В зачатии или на стадии вынашивания, или даже на стадии рождения, но он уже вполне опытный садху. И когда он получает подтверждение хотя бы стадии зачатия, это очень мощный, очень сильный садху. Тогда он может брать ответственность за помощь другим, за служение линии передачи. Он обязательно на этой стадии должен делать такой выбор, взять ответственность ему. Какую взять ответственность? Он становится частью древоприбежища, частью линии передачи и вносит свой вклад в поддержание линии передачи. Это тоже очень важно. И святые видя на это благословляют его. Те кармы, которые не были высвобождены, высвобождаются за счет такого благословения, когда мы принимаем такую ответственность за линию передачи. Это тоже очень мистические процессы. Взаимодействие с линией передачи, быть проводником линии передачи, служителем, проводить божественную волю в конкретных отношениях на земле. Принимать ответственность за духовную жизнь. Это служение, которое формирует самскары отпечатки на следующей жизни. Быть ведетхаром, например. Очень много божественных существ в райских измерениях занимаются именно тем, что просвещают духовных людей, духовные души, духовно практикующих. Занимаются передачей учения в чистых странах, в небесных мирах. Некоторые курируют религии в этом мире уже после физического оставления физического тела. И такой идеальный карма-саньяси он практикует успешно всю жизнь, живет долго, обязательно. То есть карма саньяси должен жить от 80 до 180 лет. То есть он должен создавать санкальпу долгой жизни. Потому что ему необходимо жить долго, чтобы выполнить все практики, изучить достаточно хорошо учение и делать севу. Это достаточный промежуток. Если он не будет жить долго, то кто поверит ему в распространении дхармы? То есть, если с кармы саньяси или саньяси будет жить 120 лет, то люди придут, даже если он не будет говорить о дхарме, просто придут на него посмотреть. Он станет местной экзотикой, достопримечательностью. Если он будет жить 160 лет, то все будут задавать ему вопросы: как вам удалось? Чем вы питались? Какой такой образ жизни? И тогда вы можете сказать, я просто практикую мантру, медитацию, у меня есть прибежище, делаю севу и упасану, я карма саньяси. Вот, то есть вы можете проповедовать просто потому, что вы долго живете. Тоже элемент служения. Вот такая сева тоже есть. И в конце концов, такой карма саньяси, когда он прожил жизнь полную дхармы, полную севы, садханы и служения когда он полностью состарился, и в благоприятное время он покидает тело, входя в самадхи, он рождается в одном из небесных миров, в одной из чистых стран. Если он выполнял садхану йогу иллюзорного тела, входя в чистый свет, переживая некоторое время турью, недвойственность, он окончательно сжигает свои кармы, Затем, через семенной слог, визуализацию и деваты он легко проявляется в облике иллюзорного тела своего божества, проявляется как новый детатрея. Если он сильный сад, он уже научился этому при жизни. Ничего, он не испытывает такого, он при жизни испытывает такой опыт умирания. Через йогу сновидение, через йогу света, иллюзорное тело. Он умеет. В сновидении преображаться, погружаться в чистый свет, затем снова выходить через семенной слог и визуализацию из чистого света, проявляясь в радужном облике Божества. И он просто воспроизводит этот же опыт в момент смерти. И есть другие разные реализации, вплоть до обретения радужного тела. Вот это такой путь идеального карма Саньяси. И что еще я не упомянул, этот путь проходит под знаком благословения под знаком преданности, веры, самоотдачи, гуру-йоги. Без благословения, без ананды, без нисходящей силы ануграхи весь этот путь только на личных усилиях не получится, даже если знать все техники, все учения, все мантры. Он идет только под знаком благословения. Гуру-йога, Иштадевата-йога, Ишвара-йога, Пхакти-йога, самоотдача, вера и преданность. Все это мы называем прибежище. Таким образом происходит духовная реализация. И духовная реализация может быть на нескольких уровнях — салокья мукти, сарупья мукти, самипья мукти и саюджья мукти — четыре главных типа освобождения, которые существуют в тантрической традиции шиваизма и в общем ведической традиции. И обретение хотя бы одного из этих уровней освобождения и есть победа, Садху над сансарой. Разные личности говорят о разных путях, ведущих к этой цели. Выбери среди них тот, который является вернейшим. Правильный выбор делается в результате правильного обсуждения и согласно опыту мудрых. Затем сразу же приступи к практике. Стоп. Сделать правильный выбор нам предстоит, исходя из понимания своих обстоятельств. Место, время обстоятельств называется. Дэша Калапатра. Поскольку все мы разные, нам нужно определить наш йогический темперамент. Вира, Дивья или Пашу. Затем нам нужно определить Наши способности к чарьяпаде, крияпаде, йогападе или джнянападе, то есть к э, пути этики и благочестивого поведения и карма йоги, либо к пути бхакти йоги и преданности, либо к пути йоги, либо к пути джняна йоги анутара тантры. То есть нам нужно выбрать тот режим духовной практики, который соответствует нашим качествам. Или спросить у гуру какой нам соответствует. Либо он откроется в процессе духовной жизни. Есть такая поговорка, куда прыгает лев, не может прыгнуть лиса. И мы должны понять для себя, кто мы, мы львы или мы лисы. Конечно, всем хотелось бы быть львами сразу. Но всем невозможно быть. И можно так воображать себя львом, а на самом деле не идти даже как лиса. И тогда, говорят, можно стать великим бумажным тигром. То есть воображаемый лев никого не может покусать, и он не может перегрыть путы сансары. Поэтому лучше не воображая себя львом, трезво смотреть на себя, даже если ты лиса, ничего страшного. Лиса может небольшими прыжками тоже превосходно прийти к пути. Самое плохое — это никуда не идти, чем-то себя воображая. И часто ошибка начинающих духовных искателей, они когда знакомятся с воззрением Адвайта, это их так впечатляет, они сразу себя считают львами. Да, воззрение так. Воззрении мы должны считать себя львами по принципу плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Мы должны себя сразу считать брахманом. Мы должны отождествлять себя с Шивой и детатреей. Но воззрении. А выбор здесь касается созерцания и поведения. Вот созерцание и поведение надо вполне критически осмысливать свои возможности и свою карму, чтобы сделать правильный выбор. Когда мы делаем правильный выбор, то мы чувствуем, что мы берем тот путь, который нам доступен, и мы вполне хорошо по нему идем. И здесь действует правило повышения или понижения пады. Например, когда вы выбрали какую-то паду, и вы хорошо себя на ней чувствуете, она прекрасно у вас получается, например, мантра-йога, упасана, поклонение. Преданность, пение баджанов, киртанов, памятование о Боге, слушание и чтение. И вы чувствуете, что ваша преданность растет, ваша сила растет, то вы находите себе в силу на, на йога-паду, на практику визуализации, практику медитации. Это значит, вы повышаете паду. Но если, допустим, вы медитируете чувствуете, нет никакого прогресса, никаких результатов, никакой тхьяны, Там столько занимаетесь визуализацией, не чувствуете вдохновения. И это длится длительное время. Что это означает? Это означает, что вы взяли паду более, чем вы можете. Вам надо, наоборот, понизить паду. Пада – стадия духовной практики, подобно скорости в автомобиле. Например, если вы едете на четвертой скорости, но внезапно встречается плохая дорога или подъем в горы, что нужно сделать? Нужно понизить паду, Нужно переключить на вторую или даже на первую скорость. Таким же образом, в духовной жизни, когда вы чувствуете, что вы не растете, не получаете вдохновения от конкретного стиля практики, надо понижать паду. Например, человек решает идти путем дня на пады, практиковать недвойственное воззрение, недвойственное созерцание, делать акцент на санкальпы, на созерцательные практики, на только путь самоосвобождения. Но проходит время, и он чувствует, что его карма не очищается, его качества не растут. Например, должны появиться чистое видение, единый вкус, божественное величие, любовь, сострадание, внутренняя гармония, сантоша, как минимум, удовлетворенность и устойчивость в недвойственном воззрении. А вместо этого приходят препятствия, гнев, зависть, привязанность, мирские желания. И это не потому, что учение не работает, это потому, что пада выбрана не в соответствии с качествами. Тогда гуру говорит, понижай паду, делай что-то попроще. Дойди до уровня йога пада или крия пада. А в особых случаях даже до уровня чарья пада. И при понижении пада Человек чувствует сразу, что-то меняется, и он чувствует себя хорошо. Он, энергия начинает двигаться, и он может идти по пути освобождения, чувствуя радость и блаженство. Какой критерий, что вы находитесь на своей паде? Во-первых, ее легко можете делать длительное время. Например, длительное время легко медитировать. Во-вторых, вам этот путь радостен. Вы получаете блаженство Ананду. Он вам ясен. И вы имеете большую ясность в отношении этого пути, и вы его делаете с удовольствием. Это признак того, что движетесь на своей паде. И бывает наоборот, когда вы чувствуете, что путь для вас этот, он исчерпал себя, что вы хотели бы погрузиться в еще большую глубину. Тогда, говорят, гуру говорит, надо повышать паду. Например, вы хорошо занимаетесь медитацией, в ретрите или днем даже в течение дня, по много часов, вы способны сидеть много в тхьяне, у вас превосходная концентрация, идут глубокие опыты, и вы получаете потрясающие опыты пустоты. Но в повседневной жизни вы не руководствуетесь этими опытами, и тогда ваша пада становится вашим ограничением. Тогда гуру говорит, прекращай медитировать, занимайся созерцанием. Занимайся йогой не медитацией. Прекращай сидячую медитацию, но старайся быть в присутствии и в созерцании в повседневной жизни. И такое повышение пады вначале вам может показаться оставлением предыдущей практики. Вы можете считать, что хорошо бы углублять Тьяну, хорошо бы погружаться глубже и глубже. Вот, может быть, я не так делаю, может, надо больше сидеть и еще больше раскроется. Но гуру видит, что. Годы идут, а вы шлифуете один и тот же ум. Вы его хорошо отшлифовали, но прогресса нет. И что надо перейти на более высокую стадию для собственного прорыва. Но потенциал ваш позволяет идти на более высокую паду. И тогда вы переходите на более высокую паду, как на более высокую скорость, и начинаются духовные прорывы. Вот так мы двигаемся по четырем падам, регулируя свою духовную жизнь. В моменты препятствий понижаем паду. В моменты самых высших состояний повышаем паду. Это подобно переключению скорости в автомобиле. Дальше. Сейчас я подробно объясню все это. Внимай мне. Тот выборный лучший, который не впрягает тебя снова в хамут страдания. Ваш духовный выбор не должен впрягать вас в хомут страдания. Это наставление ДТ-3. Он говорит, этот выбор самый лучший. И вы должны смотреть, не впрягли вы себя в духовной практике в какой-то хомут страдания. Тапас должен быть, личные усилия должны быть, но хомута страдания не должно быть. Лучший тапас происходит в ананде, в блаженстве, в состоянии игры и самоотдачи. Когда есть ананда, вы не замечаете тапос, вы его делаете играючи легко. Тогда 8 часов сидячей медитации пролетают легко. Вы наслаждаетесь. Технические практики делаются играючи. Сложное служение только приносит радость. Вы не чувствуете, ух, как я устал, какое это служение тяжелое. Вы не чувствуете этого, вы просто наслаждались, вы подносили Богу 8 часов что-то с большим радостью, счастьем и с открытым сердцем. И вот если вы чувствуете, что вы впряглись в хомут страдания, это повод, чтобы задуматься и корректировать свою практику. Возможно, понизить паду. Возможно, изменить ее конфигурацию. Здесь нужно консультации со специалистами. Для проницательного человека боль очевидна во всех аспектах жизни. Все то, что несет на себе след страдания, не может быть хорошим. Это относится к богатству, детям, жене, царству, сокровищам, армии, известности, наукам, разуму, телу, красоте и процветанию. Ибо все это приходящее, уже пребывая в когтях смерти, иначе называемой временем. Здесь Дотатрея говорит, нужно задуматься о страданиях в сансаре. Все материальные вещи, любые мирские вещи, если мы с ними отождествляемся, неизбежно ведут к страданиям. И все живые существа находятся в когтях смерти и поскольку движимы энергии времени Когда мы освобождаемся от привязанностей, мы одновременно освобождаемся от этих когтей, от влияния времени поскольку раскрываем принцип нитьятвы. Отрешенность, вайрагия, отречение, в том числе отречение в духе карма-йоги, о котором мы говорили, или отречение в духе бхакти-йоги, когда мы собственную личность до предела наполняем преданностью, верой, любовью, поклонением. Или отречение в духе йоги, йога-пады, когда мы, опираясь на гуру-йогу, исполняем садхану, метода, и метод замещает все наши кармы. Или отречение в духе дня напады, в духе воззрения недвойственности и созерцательного самосвобождения, все это позволяет нам освободиться от власти времени. Ключевой момент – мы должны от чего-то отречься. Чтобы отречься, необходимо осуществить Махаягью, великое жертвоприношение своего эго, божественному источнику без такого отречения и жертвоприношения духовный путь будет слаб всегда он будет мечу из необожженной стали необожженного металла при первом серьезном бою такой меч он разлетится в дребезги, поскольку он не закаленный сталь не закаленная напротив если вы поняли этот принцип и приучили себя к самоотречению и осуществлению такого жертвоприношения, вы получаете меч, который очень сильный, который выдержит любые удары, клеш, мар и любых противников. Это меч веры, самоотдачи. Меч чистого, различающей мудрости и чистого осознавания недвойственности. И вот садху, у которых такой меч очень силен, он легко сражается на духовном пути и преодолевает кармы, клеши, эго и различные препятствия. А то, что они будут всегда, это нормально. Мы живем в Кали-югу, и мы имеем карму, и без этого никак. То есть духовная жизнь, она не состоит из таких только счастливых, радостных, экстатичных переживаний. По крайней мере, на начальном этапе точно. Духовная жизнь всегда представляет собой борьбу определенную. За эти переживания надо бороться, потому что она всегда смесь Тамаса, Раджаса, Сатвы. Но если вот есть такой закаленный меч, это легко всегда делать. Может ли быть хорошим то, что является только семенем, готовым прорасти как боль и вырасти в страдания? Правильные средства находятся за пределами всего этого. Однако желание обладать всем этим порождается заблуждением. Главный волшебник Махешвара, он творец Вселенной, и все, все вводятся в заблуждение им. Стоп. Шакти Ишвары, Шакти Шивы, Татреи творит эту Вселенную. Если Шива – это пракаша, чистое светоносное сознание, то его шакти – это вимарша. Его рефлексия, его манифестация, которая создает гуны, время, пять элементов, пять сил, творит, поддерживает, разрушает, и начинается этот процесс творения. Шива, шакти, нара – это три категории в шиваизме. Шиву сравнивают с зеркалом. Шакти сравнивают со способностью зеркала отражать. Нара – это само отражение в зеркале. Так трактует Шайва Сидханта или Кашмирский шиваизм. И вот Нара – это все объекты, все живые существа. Вот все то, что материализовано. Шива сам как зеркало, как поверхность зеркала, не замечается нами, потому что мы слишком увлечены отражениями. А шакти — это способность Шивы отражать, способность этого зеркала. И вот Шиве Абсолюту присущ принцип неразличения, неразделенности. Абхеда. Абхеда означает нет субъекта, нет объекта, нет гуру, нет ученика, нет разницы между божеством и мною, между мною и другим человеком, между адом и раем, прошлым, будущим и настоящим, внутренним и внешним, практикой и непрактикой, освобождением и неосвобождением, сансарой и нирваной. Все это абхеда. И вот абхеда — это воззрение адвайты. И мы в качестве воззрения принимаем этот принцип. Это воззрение абсолюта, воззрение единого вкуса. Шакти — это другое. Шакти — это пхеда-абхеда. Еще иногда говорят очиньте, обхеда абхеда то есть ачинтя не, непостижимое. пхеда обхеда означает и единство, и различие. Очиньте пхеда обхеда татва означает непостижимое единство и различие, когда абсолют проявляется в виде Вселенной, но сам Он не проявлен. Он творит мироздание, но сам не участвует в этом, как Дататрея говорит: Я пребываю как бессмертный. Ну и пребываю как смертный. Непостижимое проявление и тождество, и различия. Форма плюс пустота. Сансара плюс нирвана одновременно. Это очень мистический принцип, когда мы на грани. Вроде бы нет развлечения, но все чудесным образом проявляется. И вот созерцание мы придерживаемся этого принципа. Ап, ачинтя, пхеда, абхеда татва. Потому что созерцание предполагает, что мы работаем с энергией. Энергия, она проявляется, но она пустотна. Здесь есть многообразие. Мы можем наслаждаться образами, музыкой, звуками, видеть, обонять, осязать. Но мы подразумеваем и прозреваем пустотность, обхеду в момент созерцания. То есть мы контактируем с энергией, с шакти, но мы прозреваем шиву, и это отличается от того, как если бы мы сидели в медитации, не различая, остановив ум, закрыв глаза, медитировали только обхеда. Это может многим очень скучным показаться. То есть если вы не практик высокого уровня, это может вам очень скучным показаться. Вы не сможете реализовать только на этом принципе. Наконец, Нара ⁇ это принцип пхеда. Пхеда означает различие разные объекты, разные субъекты. Вы — это вы, я — это я, гуру — это гуру, ученик — это ученик, божество — это божество, русский — это русский, украинец — это украинец. Везде есть различия. Это и есть феноменальный многообразный мир. Здесь действует мая мало иллюзия развлечения. И пхеда — развлечение, мы придерживаемся в поведении. Придерживаться развлечения, различия в поведении означает, что мы знаем, что и зачем делать. Мы знаем, в каком порядке это делать, как устроен этот материальный мир, и учитываем время, место и обстоятельства. Например, если вы идете на Кайлас, вам надо точно брать билеты в Китай или идти через Непал. Вам не надо брать билеты, например, в Аргентину. Вам надо иметь понимание, что Аргентина отлично от Непала. Вы не можете сказать... Она отличная и отлично одновременно. чиньте пхеда пхеда татва. Здесь однозначно. Аргентина и Непал — это разные вещи. Или вы можете, не можете сказать, это все и одно, это все один брахман. Аргентина, Непал — неважно. Ну тогда вам скажут, ну и тогда и Кайлас не важен, и путешествие не важно. Тогда и вам и билет не важен. То есть Вселенная сразу вам ответит мгновенно в духе обхеда Пхеда означает — Миряне это миряне, монахи это монахи, карма саньяси это карма саньяси, пурна саньяси это пурна саньяси, матаджи это матаджи, прабху это прабху, чай это чай, яд это яд, и это нельзя путать. Иногда многие адвайтисты, восприняв воззрение обхеда, воззрение недвойственности, пытаются привнести его в поведение. Этого нельзя делать. Если они так сделают, природа сразу же их поставит на место, она сразу же им ответит. Итак, возрение Абхеда в поведении Пхеда Абхеда, очиньте Пхеда Абхеда, вернее, в созерцании ачиньте, Пхеда Абхеда, в поведении Пхеда, развлечения. Таковы три уровня понимания, которого держится садху. Возрение, созерцание и поведение. Если вы понимаете этот принцип, вы никогда не ошибетесь вы не будете применять воззрение там где надо применять воззрение то есть обхеду вы не будете применять там где надо применять пхеду и вы не будете делать ошибок воззрения. вы не будете делить там где делить не надо где надо действовать в абсолютном смысле и вы будете очень гибкими созерцании, умея работать с энергией понимая что энергия это пустота и форма пхеда очините обхеда 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 это очень высокая философия и когда вы начинаете говорить, что оказывается, что мы не ошибаемся. Вот. И принцип обхеда, обхеда татва означает, что пустота и форма едины. Форма пустотна, а пустота проявляется в форме. Даже не самый лучший фокусник способен вводить в заблуждение публику, хоть и только до определенной степени. Величие не может быть распознано без непосредственного обращения к нему. Конечно, вся аудитория не будет введена в заблуждение фокусникам, но кто может избежать иллюзии Махадевы? Так же, как отдельные лица знают секрет иллюзорных трюков фокусника, и поэтому не вводятся им в заблуждение, так и люди могут научиться превосходить Всеобщую Маю. Если только Бог милостив к ним. Без Его милости они никогда не смогут убежать от Майи. Поэтому ему должны поклоняться те, кто стремится пересечь океан Майи. Однажды, когда ним король и Баба сидел среди своих учеников Мирян, одна женщина, и Матаджи, просто среди преданных, она спросила: Баба, почему ты не учишь нас? философии брахмана. В Индии гуру часто они не учат так, как я, допустим, или не читают лекции, они просто сидят и решают проблемы своих учеников. У кого-то кто-то заболел, его надо исцелить, кто-то еще. То есть они выступают часто в роли дедушки такого, доброго дедушки, который дает благословения. Не все гуру учат. Есть те, которые учат, есть те, которые... И они не требуют учеников практиковать, и они не считают их учениками, это только преданные. Это как их семья. И они не ставят перед ними даже цель садхана и освобождения. У них так, эта жизнь предназначена для севы, для служения Богу. Вот. Это немного другой подход. Это не мокша, не путь мокша, не путь освобождения, это путь дхармы. Эта жизнь предназначена для севы. Хочешь мокшу, становись саньяси. И однажды такая ученица, то есть там нет, освобож... нет пути освобождения, нет разговора о пути освобождения. Подошла к ним король и бабе спросила, баба, а почему ты вот не учишь нас брахману? К ним король и баба рассердился. Он сказал, когда сам брахман внутри вас захочет, тогда я буду учить. Затем... Однажды, когда эта женщина пришла, она сказала, что ей скоро надо будет уйти пораньше, потому что там у нее дети, работа. Он сказал, сейчас я буду учить тебя брахману. Пойдем, я буду тебя учить брахману. Он сказал, да нет, мне надо на работу, там дети. Нет, я буду учить тебе брахману. И в результате женщина поняла, она не готова. Он выбрал именно тот момент, когда она была очень занята. И затем он начал ругаться, что вы сами просите, чего не понимаете, как я могу учить Брахману, когда вы не собираетесь вообще его исследовать. Только когда сам Господь пробудится в вас, когда сам Он захочет, приведет вас, вы будете способны изучать искусство Брахмана. На этом больше эта мада же не просила учить Брахману. То есть, когда мы говорим обучайте нас, мы должны понимать, это определенная ответственность. – это определенная готовность к самоотдаче. Обретающий милостивое расположение Бога наделяется Махавидей, Всевышним Знанием, посредством которого он, несомненно, пересечет океан Майи. На духовном пути наступает такой момент, когда мы обретаем милостивое расположение Бога. Мы освобождаемся не потому, что мы такие усердные, так хорошо практиковали, медитировали, соблюдали заповеди, а потому что благодаря этому мы очистили себя, и для нас открывается божественное благословение, божественная милость. Мы устанавливаем связь с божественным источником. И вот по божественному благословению, по божественной милости, наша жизнь меняется, приходят духовные опыты, и мы освобождаемся. Никаким иным способом это невозможно раскрыть. Это божественное благословение и божественная милость встроены внутри нас. Это наша собственная природа. Но наши усилия позволяют к этой собственной природе подойти, открыться. На пути преданности божественное благословение приходит как результат упасаны. На пути йоги – как результат упаи, метода. На пути джняны она признается сразу, без условий, как наша истинная сущность. Был такой случай, одна девушка на берегу реки выполняла топасью. И Эту девушку звали Калинди. И она пришла на берег какой-то реки в Гималаях, в удаленном месте, практиковала йогу, мантру. И это была дочь Бога Солнца, воплотившаяся в мире людей. И она практиковала топасию для того, чтобы получить хорошего мужа. И в это время просто идут, гуляют Кришны и Арджуна. И они интересуются, Арджуна ее встречает, спрашивает, женщина, ты одна здесь, видно, ты из благородного рода, в такой глуши, что ты здесь делаешь, не под чьей защитой, а по ведическим понятиям, женщину одну оставлять нельзя, предоставлять самой себе, чтобы она ничего не натворила там сама. Она должна быть всегда под чьей-то защитой. И в детстве под защитой отца, в срединном возрасте под защитой мужа, в старшем возрасте, там, под защитой сына, даже если там муж покидает тело. Ну, в общем, одна должна быть обязательно под чьим-то покровительством. Вот. Женщины, дети, под покровительством чем-то. Это ведические такие понятия. Я не спрашиваю, ты что здесь делаешь, одна? Без, без охраны, без покровительства? Он говорит, я молюсь Шиве, чтобы получить мужа. Арджуна подумал, сказал, так. У меня есть превосходный вариант. Хочешь, познакомлю? Он подошел к Кришне. Сказали, все, просто пойдем с нами. Все, просто ее забрали. Твоя аскеза достигла цели. Ты молилась, ты получила. Лучше мужа тебе не найти. Вот. И таким образом, я рассказывал, Сатябхама и Джамбавати утром, как появились у Кришны, это Калинди стало. Что это? Это результат божественной милости. Божественная милость приходит как отклик на нашу духовную аскезу. Это не причинно-следственные связи. Здесь нет причин следствий. Это непостижимое. Непостижимое означает, что у нас есть возможность, но наша садхана, наша аскеза повышает вероятности этой возможности. Другие методы также выдвигаются как служащие этому Всевышнему достижению, но они обречены на неудачу в достижении своей цели, если милость Бога не проявится. Поэтому пусть отправной точкой для тебя будет поклонение первопричине Вселенной. Будь предан ей, и тогда она вскоре позволит тебе достичь успеха в твоих усилиях, направленных на уничтожение иллюзии. Стоп. Поклонение первой причине вселенной — это упасана ишвари. В Криепаде очень важно развить себе преданность Богу, научиться духу такого поклонения. Поклонение ишвари, поклонение Богу, отличается от медитации на брахман. Медитация на Брахман предполагает пребывание в духе двойственности, но поклонение Ишваре в нашей традиции тоже делается в духе недвойственности. Однако оно предполагает непостижимость и двойственность, и недвойственность одновременно. В поклонении мы должны сделать Бога номером один в своей жизни. Свои интересы мы должны отдать Богу, отодвинуть в сторону и научиться служить ибо интересам Бога. Кто-то может сказать, какие могут быть интересы у Брахмана? Он вне, он трансцендентен? Да, у Брахмана нет. Но Ишвара, как отражение Брахмана в сатвичной мае, может иметь свои интересы. Почему? Потому что у него есть воля, Ичха-шакти. А воля – это значит конкретное направление в определенном, к определенным целям. И в чем эти интересы? Эти интересы в том, чтобы все души возвращались к Ишваре, воссоединялись с ним, они хорошо изложены в Упанишадах, в Ведах. Брахма изложил эти интересы в виде Харма Шастра, в виде многих писаний. Это интересы освобождения, служения, когда души осознают себя частью Ишвары. Поклонение означает, мы делаем Бога центром наших устремлений, центром наших действий центром наших целей. И никаких других видов целей мы не предполагаем. Обычно мы живем, имея различные цели, целеполагания, и их очень много. И когда мы идем по духовному пути, то цель освобождения, просветления мы тоже записываем в этот список. Так, купить дачу, купить автомобиль, завести семью получить второе высшее образование или ученую степень, получить освобождение. Вот. То есть это одна из наших целей, которая делает наше эго. Но в поклонении вы не можете действовать таким образом. Поклонение тотально. Оно не оставляет шанса вашему эго играть в эти игры. Не оставляет. Даже если вы ставите цели, вы пишете ⁇ купить дачу для Бога ⁇,⁇ купить автомобиль и пожертвовать его Богу ⁇ получить новую степень для того, чтобы служить Богу. То есть слово «Бог» будет повторяться во всех ваших восьми пунктах. Вы не сможете его изъять ни из, одной, ни из одного аспекта вашей жизни. Потому что поклонение тотально. Оно предполагает нашу сдачу Богу, нашу капитуляцию, нашу жизнь в самоотдаче. Святые безумной мудрости, они часто вели себя, совершенно игнорируя культуру, нормы, все условия, потому что они полностью отдавали себя Богу. Это аналог юродивых в христианстве. Нам не надо пока так делать. Потому что есть такая поговорка. Чтобы проявлять безумную мудрость, нужно быть достаточно трезвым. И пока майя действует на нас, нам нужно учиться поклонению по правилам. Но в душе такое поклонение – это полная самоотдача, полная ликвидация эгоистических целей, полное себя, предание себя Богу в аспекте с Ишта-Деваты, в аспекте Ишвары, в аспекте Гурушиша Барамбары. Несомненно, Вселенная должна иметь определенный источник, из которого она возникла. Хотя источник или происхождение окутано тайной, давай исследуем причину, начав с ее видимого следствия и руководствуясь священными писаниями. И тогда мы придем к заключению, что есть Творец. Никоим образом, несопоставимы с какими бы то ни было известными факторами или посредниками. Спорные утверждения, говорящие об обратном, были логически опровергнуты многими авторитетными священными текстами. Предположить, допустим, если мы предположим, что Творца нет, что это все вокруг возникло исходя из природных условий, из хаотических условий. Но это можно также предположить, что вы едете, заходите в лес и находите ноутбук. Его туда никто не забросил, он сам там вырос. Появился спонтанно. Рояль в кустах. Если ноутбук в лесу, это явно указывает на то, что какая-то причина его туда поместила. Его занес какой-то человек, может быть, забыл. Это явно какой-то сложный инструмент, созданный не слепыми стихийными силами. Таким же образом, когда мы размышляем, что есть звезды, планеты, они миллиарды лет движутся по своим орбитам. Есть человеческие тела, разные классы живых существ. За этим, несомненно, есть какая-то одна трансцендентальная воля. Мы приходим к выводу, что это сверхразумное сознание, которое стоит за всеми объектами. И вот брахма это поиск и настройка на это трансцендентальное сознание для того, чтобы установить с ним связь. Поклонение это то же самое. Один человек спорит с учеными сказал: думать, что этот материальный мир появился просто так в результате большого взрыва. Ну, проведите эксперимент. Соберите кучу разных деталей и взорвите это. И что вы думаете, там появится телевизор или самолет в результате вот такого большого взрыва. это невозможно. Из хаоса не может появиться что-то сложное, высокоорганизованное. Но мы наблюдаем жизнь, природу, высокоорганизованную жизнь, высокоразумную жизнь. Это означает, что эта высокоразумная, высокоорганизованная жизнь была сотворена еще более высокоорганизованной, высокоразумным сознанием. Это высокоорганизованное, высокоразумное сознание и есть Ишвара. И тогда мы выполняем Упасану призывание, поклонение, настройку для того, чтобы вступить в контакт с этим высокоразумным, высокоорганизованным сознанием. Та система, которая признает исключительно свидетельства, полученные через чувственные восприятия, лишь жалкое подобие философии, и такая система никуда не ведет она ведет не к спасению, а к проклятию. Стоп. Здесь имеется в виду, что, например, если какой-то человек, например, очень умный, исходя из своего непосредственного восприятия ума, создает философскую систему. Например, Кант, Гегель пишет какой-нибудь текст "Критика чистого разума" или Шопенгауэр "Мир как воля и представление" или Ницше, который сказал, что Бог умер, что все эпоха закончилась, и вот надо быть по ту сторону добра и зла. То есть исходя из своих представлений, если он создает какую-то систему, эта философская система не может привести к счастью, не может даровать освобождение называется пурушея, человеческое знание. Система Адвайта Виданта это апурушея, нечеловеческое знание, то, которое исходит от сверхсамоорганизованного, сверхразумного сознания. Сухая логика также должна осуждаться. Еще одна система объявляет, что Вселенная вечна, и что у нее нет ни начала, ни конца. Из этого следует, что Вселенная и ее явления самосуществующие. Таким образом, безжизненная, неодушевленная материя – ее собственный посредник и хранитель, что является абсурдным, потому что деятельность подразумевает разум, и нет такого примера, который мог бы опровергнуть это. श्रीगुरुदत्तयतूत की